СС. О, понеслась. Это вновь карьера за Челси. Я играю против Брайтона. Вот под этот... сладкий джойнт я буду комментировать игру. Как видите, у меня все почти тут же составное меняет тут схему. И у меня тут Кантей Ковачич с Гилмором и Хадсом Адоем. Почему? Поменял я тут немножко направление атаки, как должны двигаться игроки. Вот такие пироги, ё-ма-фака. Но Брайтон забивает нам. Да, вот у них атака. Вот. Даже не знаю, что придумать для моих игроков, чтобы они сумели отличиться здесь. Но Брайтон весь выводит здесь. Вот такого. Уже в первом тайме ведут они. И к 24-й минуте уже. Почти что половина тайма. И я читаю свой рэп без всякого грайма, но поясняю тут за то, что каждый отличиться бы смог, извлекая из каждых ошибок урок. Так вот. Канте почти отличиться смог. Вот теперь перепасовка. И открываем вот таблицу на 16 месте. Сейчас пока Челси пока что выпадает. Потому что хреново играет. И руководство все понимает. Потому что на моих тонких плечах обязанность справлять ситуацию и выравнивая все под обязательство тащить как можно выше лондонский клуб. Вот первый тайм. Я сейчас буду делать перестановки в игре безо всякой остановки. Йоу. И вот. Я все сделал. Замены произвел. Вот такой я наладил в игре своей. Но пока что не получается, и атака намечается. Ну и вот. Я не хочу еще один привоз в своих ворот. Но хочу, чтобы Челси сделать все предельно аккуратно и филигранно смог.
такая вот игра. Я буду делать теперь каждую серию по отдельному матчу. Чтобы показать вам, как я из раза в раз охрененный все хреначу. Возможно, под музыкальный джойнт обзор буду делать, я готов. Но это уже концовка. И тут уже мало шансов, что вырвем ничью. Об этом я вот тут пою. В итоге не сумели мы одно очко взять. Ну вот. Кто-то повредил ступню. Калум Хотса Адоя. Тут разбиты. Вернемся к результатам Лиги Чемпионов. И посмотрим, кто отыграл. И посмотрим лучшие голы и лучших. Всех по результатам месяца. Давайте же посмотрим на голы. Ман-Сити против Ньюкасла. Вот. Эвертон тоже один из лучших голов. И Фулхэм против Ливерпуля. Но это была рубрика «Лучшие из лучших по итогам месяца». С вами был я, всем пока.